Люди с ограниченными возможностями здоровья в Приморье могут получить компенсацию за покупку кресла-коляски. Сегодня на заседании законодательного собрания приняли соответствующий законопроект. Раньше, согласно закону, выплаты можно было получить только на коляски активного типа, которые используют для передвижения. Теперь на все виды. Чтобы человек получил выплату, коляска должна быть куплена не ранее 1 января этого года, а сумма компенсации из госбюджета не превышает стоимости коляски и сумму в 150 тысяч рублей. Узнать подробнее о выплатах можно в информационно-ресурсном центре для инвалидов «Опора». Его филиалы есть в 6 городах Приморья, в том числе и во Владивостоке.